поджог. Пиши. Кусочек. Жок. Да и дай давай. Что не ешь-то? Ешь. Вот этот съешь сначала, потом что дам. Сейчас до вас дойдет очередь. Да? Да ладно, ладно. Ну чё ты, чё ты, чё ты? Ух ты какая. Thank you.
Так, давайте-ка домой. Домой. Давай. Вот круговой бегает. Куда пошли? Я вам что, в догонялки буду играть? Марш домой. Куда рванул? Сверчок. Давай. Шустрые такие, а? Сидим дома. Сидим. Все у вас чисто и хорошо. Все, поросят почистил, укос почистил. Поросят загнал обратно. Короче, они такие сверчки, не знаю, как их назвать. Проныры, короче. Находим вон там внизу дыру в сеновале. С той стороны. И поросята залазят на сено туда. Ну, получается, что они сено топчут. Где-то и нагадить могут, а потом козы его есть не будут. Поэтому поросят мы не выпускаем, пусть сидят дома. Это я сейчас выпустил, чтобы почистить у них. И так пусть сидят. Свинью пока не убираем. Света говорит, у нее в морозилке места нету, некуда ложить ее. Получается, надо ее подождать, короче, холодов. И потом свинью убрать. И положить в морозилку. Иначе никак, негде хранить пока. Вот. Ну и все. Сейчас пойдем туда, сходим, посмотрим. Так, сейчас пойду сделаю еще сиропчик и пчелам раздам. Пока утро, рано еще. Время сейчас. Начало 8 утра. Так, все, тебренышки лежат здесь, доски
вот эти вот плахи, они нормальные, их тоже нужно будет использовать в дело. Я их, наверное, сейчас сверху сюда положу. А вот эти я испилю на дрова. Потому что бесполезно их тут лежать. Лежать они будут тут. Все. И здесь будет нормально. Потом клеенкой закрою на зиму и пусть она лежит. Вот еще вот там вот бревна лежат. Там бревна 4, я тоже на дрова испилю. А вот те вот шкурины, которые, я их оставлю. Тоже, наверное, сюда перетащу. Сюда их сложу. Ну и все, пусть так лежит. Все укрыто, нормально. А те на дрова распилю, бревнышки.
Похоже, сегодня денек хороший. Теплый денечек. Градусов 20 на улице. Вообще классно. Красота. Замечательно. О, как хорошо все летают. Как хорошо все летают.